Ребята, всем привет! Доброе утро! У нас сейчас где-то 10 часов утра. Завтра у нас уже будет Labor Day. И у нас сегодня очень классная погода. Муж уже дома, приехал, вы уже смотрели. Нету грузов, потому что праздники. И я так смотрю, друзья, то все соседи вот практически дома, да? В Америке такой праздник. Вот, и все просто отдыхают, машины дома. Labor Day переводится как День труда. Вот такой вот праздник здесь. И у нашего Ванюши новая игрушка. Такая курочка. Тоже она, это самое. Вот так она делает. Точно как та. Вчера съездили, купили ему. Чтобы какое-то было разнообразие у него. Сегодня, друзья, мы занимаемся тоже. Пока выходные у мужа, то занимаемся мы чисткой. Видите? Патио, да? Это так называется по-английски. Как дек. Но не дек. Дек это сделан как из дерева такой вот. Его поднимают и... А это просто так вот. Видите как? Я закрою двери, потому что сюда, чтобы брызги не шли. Очень-очень... Такой он темный. Ну, видно, что давно, конечно, его уже не мыли. Не совсем такой грязный, я бы сказала, но, конечно, желательно, чтобы был аккуратный, чистый. Сейчас вот так его забрызгаем пеной. И все, будет очень аккуратненький. Прошер-вашер мы покупали в Home Depot. Там 2000 PSI. Это такой не сильная мощность у него, я бы сказала. Не совсем сильная, потому что есть еще намного такие... как сказать? Ну, сильный такой PSI, да? По 3000, по 3500. А этот, я так прочитала, он вот хорошо мыть тоже, ну, дом, сайдинг в основном, деки, машины, вот им можно, оно не повредит машину. Вот такая вот у нас погода. Уже с 1 сентября я так заметила, что у нас уже стали опадать листья, уже деревья там спереди дома. Это самое, пожелтели листья, и дождь пошел. Вчера вообще у нас была молния такая, гром. Да, такой был гром и молния, это вообще. Давно такого я уже не видела. В Вашингтоне такого я не встречала давно уже, когда вот там мы жили. А здесь вот просто климат такой, знаете, и тепло, и как тропический, субтропический, я бы сказала. Но очень интересно, дождь всегда теплый и, знаете, льет вот как из ведра, ну, очень крупный такой вот, крупные капли, прям не мелкий. И это, ну, начинается, знаете, так капать понемножку, и потом усиливается, 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 и потом очень-очень сильно быстро заливает. Но, знаете, всегда, когда дождь идет, я прям радуюсь, потому что... Не нужно поливать нам траву. Это очень огромный плюс. Вот. И меньше, так сказать, уход надо за травой, за вот этим всем, да. Поливать не нужно. Очень здорово. Сейчас оно отмокает здесь. Залили все. Очень парит так на улице тепло.
Да, так что вот так вот. Сегодня такие планы у нас подстричь траву надо, потому что Вася вот тогда, когда в рейс уезжал, да, во вторник, то ну, где-то уже неделя вот будет завтра уже, как мы не подстригали, нужно будет все это самое привести в порядок, потому что снова уедет, то нужно будет, чтобы было все подстрижено и все, чтобы было красиво. Ну, а я сегодня мне нужно сделать мои видео. Уже они, друзья, знаете, так интересно выходят. Я просто я не успеваю их клепать, эти видео. И получается так, что я снимаю, и они выходят на несколько дней раньше, да? Допустим, сегодня понедельник, выйдет то, что было в понедельник, во вторник или в среду. На 1 на 2 дня немножко позже. Так что вот так вот у меня будет такой schedule с моими видео. И что сегодня? Нужно мне убрать вот сейчас посуду после завтрака. Мы здесь позавтракали. Все нужно сложить. И хочу помыть здесь внизу туалет. Внизу здесь уже все я убрала. Вчера купила такой furniture polish. Вы, друзья, знаете, есть другие бренды, а я взяла вот такую вот штуку в долларном магазине, да, $1.25 она стоит. Что она делает? Чистит кабинетики вот эти вот, да, и полирует, и запах здесь у меня лимонный, мне очень нравится эта штука. Две такие взяла, сегодня хочу пройтись, потому что как бы от налета, от жира я почистила их. Вот, но хочется их пройти вот этим специально для дерева. Они чем-то покрыты, знаете, я бы не сказала, что это дерево, но очень-очень оно помогает. Вот эта штука, полировка, придает блеск и снимает всякий налет. Вот, дополнительно. Вот, и что? Помыть надо сегодня мне туалет, и я уже завтра, во вторник, уже перейду вон туда, в ту комнату. Нужно будет уже и стенки. Все постепенно хочу убрать. Блайнды вот эти помыть тоже сверху, в окна здесь, да, и вот эту вот штуковину нужно. Ну, так глазом оно выглядит вроде чисто, но перед тем, как завести, знаете, сюда мебель, я бы хотела, конечно, чтобы все было прекрасно. Дополнительно чисто. Еще, друзья, я нашла очень классный пылесос, который моет ковер, и не надо вам вызывать сервис. Он очень простой в использовании. Ковер у нас такой чистый, да? Просто хочется его освежить для себя, чтобы было чисто. И хочу иметь такую штуку себе. Сейчас я вам покажу, как он выглядит, сколько стоит. Бренд, по-моему, Бисел. Я читала отзывы. Люди говорят, что такой классный вообще пылесос. Очень легко, ну, и мыть, и все такое. То я, друзья, хочу себе такой приобрести. Он очень хороший, особенно у тех, кого есть животные, допустим, дома, да? И просто вот кто рентует, то для вас это просто будет такая находка очень классная. Сейчас я хочу посмотреть. Покажу вам. Еще, друзья, такую интересную находку я нашла. Вот эти, знаете, обычные батарейки, которые вы используете для пультов, вот эти три эйки, да, ААА, и две эйки, уже они идут как бы поменьше, то есть зарядка для них, для этих батареек. Просто ложите, заряжаете. Есть такая зарядка на 4 часа, на 6, они разные есть. Стоит, по-моему, $10. И 12. 12 это идет, которая на 4 часа,
Вы заряжаете батарейки. А на 6 часов это там за 10. Но, конечно, быстрее это 100 раз лучше. Я тоже хочу такую штуку приобрести, потому что у нас на улице вот эти штуки, лампы, да, solar lamps, солнечные лампы, и в них стоят, ну, батарейки, и их у нас сколько там, 12 этих ламп, даже больше, по-моему, да, то, конечно, это очень-очень выгодно купить такую зарядку, просто поставили, в розетку включили, зарядили, и не надо вам выкидывать батарейки и постоянно покупать новые. Это save money, вы можете сэкономить деньги таким образом. Вот. Как-то я тоже узнала об этом. Смотрю, здесь тоже люди покупают, и я хочу попробовать такую, как она, интересно, будет работать. Вот такой вот тоже хороший пылесос, да? Тоже люди говорят, что очень классный. И можно машину мыть, вот, да? Детально такой, даже диваны. Best seller. Он, значит, очень хорошо продается. Очень хорошо продается. И 86 тысяч у него в ревью. Был $123, стал 99. Вот такой. И вот этот, друзья, вот он. Вот этот я хочу взять. Так. Вы туда наливаете воду и просто добавляете какое-то мыло, специальное средство. И моете карпет. Очень хорошие отзывы. Стоит он сколько? 113 всего долларов. Представляете? Если взять машинку в рент, это будет дорого. И ну, $60, вот кто-то говорит, да, что, чтобы в рент взять, помыть карпет себе, то вы можете переплатить немного, и у вас эта машинка уже постоянно будет, и практически можете каждый раз уже мыть, и не переживать, и не надо платить ничего никому. Очень-очень выгодно. Я вот такую вот машинку тоже присматриваю, когда уже, ну, может, немножко попозже я ее возьму себе. Различные такие, вот видите, спреи есть тоже. Не спреи, а вот добавляете в сюда, в бачок, и просто моете вместе с водой. Конечно, есть подороже, вот 229. Очень много. Я бы такую вот тоже купила, зеленую, я думаю, для машины. Очень хороший тоже. Так, а батарейка, друзья, зарядка выглядит. Сейчас я вот тоже вам покажу. Может, кому-то надо будет, вы можете приобрести. Для дома это очень классное. Называется Battery Charger. Просто зарядка. Что-то мне не то оно включило. Сейчас я посмотрю. Видите, они очень-очень разные есть. По 16,72. 4 только батарейки, да, заряжает. И они приходят уже с батарейками тоже дополнительно. Вот это Amazon Basics. Это амазонский бренд. Это Amazon делает, Amazon продает. И есть вот двойные такие, да. Для батареек AA маленькие такие тоненькие, и 3A тоже идет побольше. Сколько здесь? 12,99, но ревью не очень. Я бы сказала, 1000 это, ну, так себе. Ну вот, пожалуйста, за 20, да, ревью 11,88. И сколько здесь тоже? Две различные можно батарейки заряжать. Два разных. Ну, а я, друзья, хочу вот такую вот взять белую себе. Вот такую штуку.
стоит 12,14 она. А есть вот за 9,99. И сейчас я покажу часы. Интересно, сколько она заряжает, как долго. Шесть часов, видите, charging time, вот. Это, конечно, долговато, поэтому я думаю, что я возьму такую вот за 12. Это будет очень-очень-очень хорошо. Потом, наверное, а может даже сразу две возьму, потому что очень классная. У нас много батареек. А вот, везде, то нужно их заряжать. Сейчас я посмотрю, сколько здесь тоже время. Интересно. А, ну вот, 4 часа, да, как я и говорила. Так что я себе ее в список добавлю и обязательно куплю. Так, что мне надо еще? Хочу посмотреть я чайник. Хочу такой, знаете, белый, я уже говорила, не знаю, потому что с белым цветом как-то очень, ну, как-то, знаете, приятно, так более все светло, более чистенько так все выглядит. Видите, есть очень разные тоже. Вот такой кремовый, но здесь я не вижу, сколько воды. Получается, постоянно надо будет открывать крышку, туда залазить, смотреть, сколько воды осталось. Да, почти на 2 литра он. $30. Вот такой вот тоже мне нравится. Вот такой. $50 он стоит. Очень быстро нагревается. 1500 ватт у него. Как бы тоже температуру показывает. Я бы, знаете, хотела такой чайник, который температуру показывает. Потому что чай есть очень разный. Я лично пью. И зеленый, и фруктовый, и у каждого есть своя температура. На пакетике написано, да, а с какой нужно, ну, температурой этот чай делать правильно, заваривать. И вроде тоже такой, мне нравится, красивый цвет. Он подходит вот под кастрюли, да. Сейчас я вам покажу. Вот, под мои кастрюли такой вот кремовый цвет, тоже очень классный. Еще надо на Амазоне, знаете, хочу такие сюда купить, вот эти лайнерс такие, на полке, которые ложите, покрываете все. Вот такие дела. Много-много что надо. Так, давайте вместе с вами посмотрим, какие здесь еще есть чайники. Вот этот мне тоже нравится. Вот я его смотрела. Cuisine Art, да. Очень хороший бренд. Вот видите, у него уже есть тут температура выставлена. На черный чай сколько, да. Или просто держать воду теплой, keep warm. Если у вас гости, допустим, то очень хорошо. Вы постоянно не надо его включать. Нажали на keep warm, и стоит вода у вас постоянно теплая для чая. Тоже у него, я так смотрю, что ревью очень хороший, 17 тысяч. Стоит он $67. Был 99-95. Тоже хороший вариант. Но просто то, что он стейнлесс, то я не хочу стейнлесский, хотя там температура есть. Тоже я, друзья, обратила внимание и на стеклянные. Такие, знаете, чайники, тоже они мне нравятся, но... Тоже, так сказать, стейнлесс, обычный, черно-серый. Не хочу. Пластмассовый тем более не хочу, не знаю. Хоть даже и белый будет. А еще, знаете, друзья, есть вот такие, да, тоже они хорошие. Мне нравится гуснек, называется, как у гуси горлышко. Такой, да, и вот
температуру можно тоже крутить, настраивать колесик. Но это заливать кофе. Это для кофе. Заваривать на помолотое, да, заливаете просто и так вот. Есть такие, это тоже, конечно, можно такой вот иметь дополнительно, когда гости у вас, то второй такой для экстра воды. А так я не хочу на плиту ставить ничего. Электрический, конечно, лучше, удобней. А еще, друзья, знаете, какой я видела? Есть керамические, тоже электрические. Они такие красивые. Ну вот, видите? Вот такие. Тоже электрические. Довольно-таки они большие, на 1 литр. Это нормально, я так считаю. Вот такой вот есть. Вот, мне такие тоже очень нравятся. Белла. Очень хороший бренд. $124. Они немножко, конечно, будут тяжеловатые, когда вы будете поднимать, да. То вот это вот я не знаю. Я бы, конечно, взяла, но не знаю, как вот оно будет тяжело, наверное, для руки. Не совсем удобно. Хочется, чтобы немножко полегче что-то было. Же хороший, серенький, беленький такой. 10 тысяч у него ревью, 124,81 он стоит. Тоже я его рассматриваю, смотрю. Вот такой тоже мне нравится, с деревом, да. Вот этот, вот это тоже неплохой, вот этот пластмассовый тоже. Black & Decker тоже очень хороший бренд. Вот. И ну какие здесь? Сейчас я напишу, чтобы был просто белый. И посмотрим, что нам здесь покажет, какие. Какие покажет нам чайнички. Такие вот, да. Надеюсь, друзья, вы меня слышите хорошо. Здесь Вася моет этот асфальт. Вот такой. Ну, вы поняли, да, какой я хочу. Либо чтобы был такой вот формы, но чтобы что-то золотистое тоже было, мне нравится, чтобы так красивенько было все. Вот это тоже очень прикольный такой, в стиле ретро, да, старинный такой вот. Так, сейчас посмотрим с вами кофеварку. Тоже смотрю кофеварку я. Нужно взять, потому что сейчас мы пьем Folgers растворимый кофе. Это же неплохо, но хочется уже кофеварку. Я смотрю, друзья, Керик, сейчас я перейду в зал, потому что что-то я громко разговариваю. И там немножко шумно. То смотрю я вот Керик, тоже я хочу белую. Знаете, есть встроенная такая штука, такая встроенное молоко. Да, где она? Вот такая вот. Да, я тоже такую смотрела. И, но просто не нашла я белую. Я как бы хочу, чтобы было и делать такие пац туда ставить, как бы маленькие вот эти Керик капс, да. И чтобы насыпать тоже кофе без вот этой вот большой штуки, как бы так и так, чтобы можно было делать. Вот этот, допустим, он только, ну, маленький капс такие делает, и все. Мне очень понравилась кофеварка, которая была у моей мамы, и подарил мой брат.
Там встроена такая штука, которая нагревается и кипятит ваше молоко. И вы можете просто делать пенку, да, для своего кофе. Сейчас я покажу вам, как она выглядит. Кто-то, вы, может, уже и видели на видео. Давно уже как-то я снимала тоже, когда была в гостях у мамы, то сейчас я покажу вам, сколько она стоит. Вот я нашла, это вот эта вот кофеварка. Здесь получается, она уже молит для вас, да, кофе. И просто делаете там пенку. Вот эта штука слева, да, тоже она как бы ее сдавливает так кофе. Очень хорошая, стоит 699, так она была 749. Вот это тоже очень классная кофеварка у мамы. Но так как Вася, да, мой муж, он, друзья, не кофеман, он много кофе не пьет, он один раз только утром пьет. И я тоже, я так слишком не пью много кофе, то я смотрю такую кофеварку, чтобы она была... Вот это она большая, она мне, мне кажется, будет много места занимать, и потом она, ну, stainless, а так она очень хорошая. Но... я хочу взять какую-то поменьше. Сейчас я вам покажу, если здесь есть. Ну, вот такие вот есть, да. Но мне не нравятся там всякие эти насадки, кнопки. Кнопки нормальные. Вот эти штуки я вообще не люблю. Я люблю просто такие штуки ставить, которые уже встроена такая для нее там этот... ну, штука такая. И... какие вот здесь еще. Вот это вот тоже мне нравится такая. За 149 тоже она делает. Видите, встроено у нее молоко подогревать и делать, да, пенку. Но это как рассыпной. Нужно, получается, будет покупать отдельно такую штуку, которая молит вам, молотит кофе, и потом только уже выложите сюда, заваривайте. А я не люблю, знаете, что у меня на кухне было... целая всяких штук, машинок и принадлежностей, которые просто будут заставлять мне место там на кухне. Я такое не люблю. Я люблю либо, чтобы уже встроенное было. Ну, а так как мы, друзья, так много кофе не пьем, то я думаю, что, скорее всего, я возьму такую кофеварку, которую просто уже с капиками, знаете, вставил, как керик. Вот, вот такая, да, допустим, я смотрю, $99. Вот, но в ней нету, нету такой, чтобы пенки взбивать. То я смотрю, чтобы была вот такая, и чтобы была штука, которая делает пенку. Вот это вот мне тоже очень понравилось. Сейчас это тоже кофеварка уже. Тоже у моей мамы. Она стоит. Она ее покупала в Кастко. Очень классная, $139. Вот, тоже очень здорово делает кофе. Мне нравится. Так что, не знаю, я думаю, либо эту и купить отдельно штуку, которая делает пенку, либо уже со встроенной. Вот, сейчас я посмотрю, что здесь есть. Вот такая вот кофеварка, да, мистер кофе. Тоже мне нравится. Видите, у нее такой есть стакан с молоком. Вы его можете доставать, ставить в холодильник. Утром проснулись, встали, достали, поставили, сделали себе кофе. Мистер кофе тоже хороший бренд. Вот, но мне надо, чтобы было с капиками. Вася тоже хочет, чтобы было с капиками, поэтому я уже так смотрю, чтобы... ему тоже нравилось.
А? Есть вот такая тоже, видите, Неспрессо, тоже очень хорошая машинка. В нее вы ставите вот эти капс, такие, видите, капики просто закладываете. Я ищу, чтобы было похоже на керик, потому что эта штука, она дорогая, на $400 я не думаю, что стоит такую покупать за $400. И вот такая вот есть, тоже мне нравится. Цвет, вообще все. Так, ну, надо будет искать. Вот. Нужно будет смотреть, может, в других каких магазинах, может, здесь я куплю, может, все-таки куплю. И вот тоже еще, видите, Неспрессо тоже вот такими капиками просто есть. Вот это классно, это же кофеварка похожа на мамину, только она белая. А, вот Cuisine Art, тоже классная. Но здесь, видите, такой вот большой колбик. Хотя, если гости будут, то вот можно и с такой штукой купить. Тут есть и кап, видите, сверху ставится. Вот такая штука. Тоже очень классный этот бренд. Мне нравится. Стоит $200. Но она большая. Я не хочу, знаете, чтобы было такое все громоздко. Большое. А вот отдельные штуки, да, вот такие вот штуки, которые сбивают молоко вам. То я не знаю, взять отдельно керик с такими капиками. И вот дополнительно тогда такую, если я не найду, то, друзья, я вам потом сниму, что я купила. Уже в отдельном видео, что я выбрала. И чайник нужно заказать. И нужно заказать тостер. Есть такие, что продаются чайники вместе с тостером уже. Да. Как сет. Вот такой вот тоже чайник очень интересный. Вот, видите, оно уже есть и тостер, и чайник. Все вместе идет. Называется Мега Шеф. И 57 ревью. Я не знаю, насколько он хороший, потому что отзывов мало. Цена подходящая, цена хорошая за две такие вот штуки. Очень-очень мне нравится, не знаю. Прикольный такой, да? Тоже видно воду, температуру. И тостер. Вот, пожалуйста, замороженный хлеб можно ставить, можно бейгел. Разная температура. Да, стоит 65, кремовый цвет. И вот есть фотографии, люди покупали. Как он выглядит, допустим, у них на кухне. Ну, вот так, да. Тоже красивенький, мне такой очень нравится. А, что тут пишут? Хорошая цена. Очень две штучки эти красиво выглядят. Чайник очень тихий, очень быстро подогревает. Тостер тоже очень классный. А, что здесь еще? Кому-то, допустим, не нравится. Штука, которая вот левер, да, сломалась, они говорят. Вот эта штука, которую вы нажимаете, где она? Вот это вот. Когда вы ложите хлеб и вниз опускаете, то, короче, она сломалась. Это вот штуковина у кого-то. Ну, а так вроде бы очень много у них ревью хороших. Почти на 2 литра чайник. 1,7. Да, это не маленький. Это, ну, такой, как вот стандартный размер обычно, да. И вот такой вот тоже тостер мне нравится. Хейден очень хороший бренд.
Ну, вот пока я видела одно. Ну, вот такой вот еще сет, да, $154 тоже. То это серый какой-то. Вот белый. Хейден. Только я не знаю, если чайник электрический. Вроде электрический написано. Сейчас-ка я гляну. А, ну вот написано Retro Electric Tea Kettle, да? Тоже красивый. Класс. Интересный такой с ручкой. И сколько он, интересно, стоит? 166 за 2. Да, это хороший выбор. Знаете, я его засейвлю, чтобы не потерять. И, наверное, о, еще есть. Вот интересно, что это. 99. Еще какая-то штука, да, прилагается. Это, наверное, на пару яички делать. Что тут написано? Да, egg boiler. 6 яичек можно варить. Видите? За $100, да? Интересная цена. Три вещи такие. Но мне не надо для яиц это. Ну, в общем, выбора очень много. Поэтому я буду смотреть, выбирать. Мне важно сначала кофеварку, под кофеварку все остальное, я думаю, куплю. Это без проблем. Ну, вот так вот. Все, так что смотрите, друзья, следующее видео. Смотрите следующее, друзья, видео, как... Что я купила, что я выбрала. Еще надо, вот видите, кейс купить. Постоянно мучаюсь с этой вот штуковиной. Не по размеру. Невозможно закрыть, невозможно сделать громкость погромче, поменьше. Видите, как уже отмылся. Классно. Очень-очень хорошо вообще моет. Помыли мы заборчик вот этот. Классно, чисто. Ну и вот, друзья, вот мы закончили. Помыли. Посмотрите, как красиво. Насколько он чистый стал вообще. Еще мокрый, правда. Но чистый-чистый. Красота. Даже боюсь сюда ступать. Класс. Здесь такие были большие пятна. Помните? Здесь вот камни здесь раньше лежали. Сейчас я покажу, какие. От других жильцов. Где это они тут, интересно? А, вот я их сюда, короче, перетащила. Просто сюда положила. Вот они два. Может, там цветочки ставили, я не знаю. Но вот так. Вау. Я, друзья, уже посмотрела на Амазоне. Вот эта штука $200 крыша стоит. Такая круглая. Сюда ее купить, одеть. Из ткани она. 200 с чем-то. Сюда, друзья, хотим поставить такой storage. Тоже. Уже тоже присмотрела. Вася сначала сказал, думает, может, он сам его собьет из этих самых, из досок. Такой вот сделает деревянный, да? Но, короче, он будет 8 на 12, такой вот размер. Сюда просто так поставим. Есть пластмассовые, они стоят $800 по 1000 на Амазоне, конечно, дороже. А это, получается, из металла он будет. Немножко будет так выше забора стоять, не совсем высокий. Ну, где-то вот так. Вот. Сейчас вот так вот, да? Вам что-то видно, нет? Ну, настолько, короче. Вот так вот. Так что такие дела.
Сложим туда тоже косилку, тулс. Нужно будет его собрать, когда привезут, поставят. Вот. Надо будет взять, обрезать. Я хочу вот эти вот штуки. Кусты. Вот эти, да. И ближе как можно в ту сторону поставить, потому что я хочу, чтобы здесь было много пространства. Здесь очень большой бэк-ярд. Я не знаю, что камера вам так передает, как-то все близко. Так что так. Сейчас попробую здесь заснять. Вот. О, красота какая. Да, как здесь хорошо вообще. Каждый день тепло. У нас камера вон там. Здорово. Так что такие вот у нас планы. Нужно сторож сюда. Потом что, помыли эту штуку. В другой раз мы будем мыть драйвей там. Тоже. Вы уже видели, я уже не буду его снимать. Вот так вот. Я прошлась. Грязь, наверное, затащила. Нет. Нет. Надо будет купить и этот вот заказать. И постепенно уже приглядывать какую-то сюда фурнитуру. Можно костер такой, fire pit поставить. Тоже красивый. Вот. Чтобы было все очень красивенько. Можно, чтобы, знаете, как вечерами сюда выходить. И просто отдыхать, повесить сюда какие-то лампочки там, цветы сюда поставить. Ах, красота какая. Ребят, смотрите, какой у нас дождь. Помыли только вот сейчас вот эту штуку. Да, асфальт. Он успел высохнуть и пошел дождь. Дождь у нас очень сильный и очень-очень тепло на улице. Видите, какой у нас дождь. Так классно. Я люблю такую погоду. Сейчас сделать бы какой-то вкусное какао с печенюшкой. Вау, ветер такой. Косилку надо было бы поставить, но it's okay. Под дождем, не страшно. У нас уже осень. У меня здесь вовсю идет уборка. Вон, видите, все тут. Знаете, друзья, какая у нас сейчас температура? 90 градусов на улице. И посмотрите, какой дождь. Просто вообще ливень. И ветер. Но так тепло на улице. Качество воздуха сейчас очень хорошее написано. Good quality. Потому что, наверное, дождь пошел. Красота. Я так люблю такую погоду. Там тоже уже заливает. Я вам сейчас вышла показать. Тоже на улице. Видите? Вот так вот у нас. Класс. Приятно, когда, знаете, дождь очень не холодный, теплый, тепло на улице. И вот так вот. В Вашингтоне, конечно, очень-очень холодно. С таким дождем было бы.